Моя обличать. Аллилуйя. Господи, благослови многострадальный еврейский народ. Пошли к ним добрых миссионеров. Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы мы показали истинный образ Христов в любви. Прости мои согрешения тайные и явные в уме, в помышлении. Для кого послужил соблазном. Пощади. Святителю Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Благодарю за услышанные молитвы о людях, о животных, и впредь не оставь твоим попечением и о нашей живности. Аллилуйя. Никола чудотворец, умоли Господа Бога, да развеет всякую ересь и в ничто превратит, дабы все познали истинную веру твою, данную Христом Богом, чтобы мы подвязались единодушно за веру евангельскую. Аллилуйя! Святые пророки, Илия, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоав, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день тот пришествия твоего не застал нас спящими, не готовыми. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Дарит Господь нам жажду исследовать Слово Божие, по Нему жить. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Усин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, все святые, молите Бога о нас. Дабы никто не принял начертания Антихриста на правую руку или на чело. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Великий Макарий Александрийский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Серафим Саровский, Сергий Равенский, Стефан Пермский, молите Бога о нас, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет Московский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника, Иония, Киприан и Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. И прими нашу молитву, Христе Боже наш, и воздеяние рук наших, как благоуханную жертву вечернюю пред престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле, желающих нам блага. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушает раб Твой. Да, мы сейчас священника, Господи, место для занятий, где мы должны быть, как Тебе угодно. Тебе хвала за все во веки веков. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос.